Привет всем, меня зовут Дмитрий, и мы снова продолжаем играть в Trader Life Simulator. Начнем с бушного магазина, в котором есть vegetable stand. Мы его, естественно, покупаем, потому что, ну, таковы советы. Мы будем с тобой торговать сейчас. А что за... А, газовый обогреватель. А почему он там, это самое? По-моему, он электрический немножко. Ну ладно. Мы с тобой едем сейчас в магазин, открываемся и начинаем зарабатывать деньги. Деньги зарабатывать начинаем. По советам. Купил этот vegetable stand. И, соответственно, мы с тобой сейчас... Знаешь, что будем еще делать? Мы сейчас с тобой поедем, купим овощей. Ну, потому что vegetable stand есть, овощей нет. По поводу табуретки, Евгений, смотри, табуретка-то есть. Табуретка есть, она мне не поможет. Типа, я могу ее отсюда схватить. Просто я им поставил, чтобы он повыше стоял, наш продавец. Так, микрофон надо немножечко отодвинуть. По поводу видосов, короче, я сейчас записываю видео. Очень-очень-очень редко. А знаешь, почему это все сделано так? Знаешь, почему я так редко их записываю? Потому что... 5 секунд, мне нельзя отвлекаться. Это сделано все из-за того, что я пытаюсь лечиться. Как ты помнишь, когда мы с тобой еще начинали только записывать, я тебе говорил, что у меня горло болит, там вся хуйня вот эта вот. Горло болит. Оно болит не потому, что я там что-то там, что-то сверхъестественное делаю, а потому что оно у меня хроническая болячка горла. И я его лечу. И в том году я не долечил его. И поэтому у меня пошло-поехало рецидив, один рецидив за рецидивом, и болит, и болит, и болит, и болит. Оно типа проходит, а потом болит, проходит, потом болит. Поэтому я сейчас решил его долечить, потому что я сейчас говорю, во-первых, в нос, если ты этого не понял еще, Здрасте. А во-вторых, я... Просто оно красное, типа, и мне очень некомфортно. Из-за этого я записываю видосы очень-очень-очень редко. Ну, соответственно, еще на этом фоне я, блядь, уставший до жути. Уставший до жути, у меня вообще мало очень желания что-либо записывать, я просто хочу лежать, просто потому что мы с тобой хотим шоп апгрейдить, немножко апгрейдить шоп. Lighter display, магазин display. Чего? А, ты не имеешь банковской карты. Иди в банк и возьми одну. Хорошо, пойдем в банк и возьмем одну. Где у нас банк? Вот что сейчас было-то? Нихуя себе, ты молодец. Только прибыль появилась, и ты сразу ее схапал. В зарплату себе. Банковская карта. Где она у нас там? Банк. Банк выглядит... Вот он. Прямо напротив магазин. По дороге, короче, к Жаберу мы с тобой ездим. Вот он, кстати. Вот он. Прям очень близко. Запись-то пошла, а то я, может, не включил. Короче, вот. И я лечусь, стараюсь лечиться. Я сейчас одним лечусь, одними таблетками лечусь, потом уж вообще другими начну лечиться. Поэтому вообще не факт, я не могу сказать, когда наладится мой этот самый график записи. Так, мужичок, давай мы тебя вот так вот, оп, на превьюшечку замаячим. И банковский терминал с тобой вот так вот еще заскриним, чтобы он у меня тоже был на превьюхе. Я его просто залеплю, типа такой, и все будут смотреть, и ого, полицейский банковский терминал, банковый аккаунт, интеракт. Фейк, в это самое, реквест банковская карта, 25 фей, что за фея? Ой, подожди-ка, а карточку как получить? Мне карточку нужно взять... Подожди, я банковскую карточку сейчас взял, да? А денег-то у меня там нихуяшеньки нет, понимаешь? Денег-то нет. Ты ж банк-аккаунт. Так, мне нужно на карту деньги положить. А почему нельзя сразу деньги на карту положить? Почему нельзя? Please enter валит валуя, блин. Слушай, а мне денег-то нет ни хрена. Я вообще, короче, нищий, мне 2 доллара, но зато собственный магазин есть. Круто, правда? Ого, прикольно, я могу сходить наверх. Ну, пойдем посмотрим, что здесь наверху-то. Аккаунтинг. Мне кажется, с двумя C пишется. Ну, ладно, это не дело. Лаунге. Блин, лаунж это тоже лоунге пишется. Мне кажется, здесь просто огромное... Хотя, может, лаунге и... Подожди-ка, дверь открыта, а я туда не могу попасть. Это что такое?
а туда могу попасть, и туда не могу попасть. Да что такое-то? Почему меня сейчас не хотят туда пускать? Манагер. Манагер, зато правильно написано. Это я точно могу сказать. А вот лаунге, может быть, какое-то английское слово есть через А, которое пишется. У меня $11 есть, а мне нужно 75. Можно здесь, короче, побегать. А с другой стороны... Погоди, а деньги на карту сами не зачисляются? То есть нельзя как-то через банкомат? Можно банкоматом воспользоваться, положить туда деньги? Э? Во, рабочий банкомат. А, во, офигенно, деньги можно положить в банк. 23, например, вот так. Херак. Все. Зачем это делать через два касания, если можно было бы сделать в одно? Никто не знает. У меня есть $23. Кстати, хочу заметить, что это ерунда. То есть банкомат есть в этой, в хлебной палатке он в той. И если мне что-то надо будет, я могу туда сходить и все. И пополнить. Пополнить свой баланс. Баланс. Я не знаю, чем мне сейчас заниматься. То есть, ну, на самом деле, у меня денег нет ни хрена. И нет даже, как это называется... Никакого дохода, то есть здесь нельзя там пойти и полы помыть, чтобы денег тебе отсыпали. Тут нужно тупо вот на ожидании работать. Вот, то есть $22 заработал, это круто, конечно, но все же. Сколько времени? 10 часов дня. Апсторы, стафы, что такое стаф, воркер? Это может также увеличить скорость ходьбы вот этих чуваков, которые покупают у меня. О-о-о! Вот это прикольная вещь. Flashlight App Store билсы. Есть у меня билсы? Нет, билсов пока нет. Комплейнт. Сахар, хлеб, черри джус, пеппер. Перца нет. Айс кофе. Это тоже в холодильнике. Кеннет Корн. Хлеб можно сходить купить. Палатка-то она водна, типа, пойдем пешком пока, потому что мы никуда не торопимся с тобой. Ну, в связи с тем, что у нас все равно денег нет ни хрена, мы можем с тобой пешком бегать. Ну, из-за того, что... А какая разница, что я на машине поеду? С учетом того, что еще хочу заметить, если мы с тобой поедем на машине, мы потратим с тобой какие-то определенные ресурсы нашего автомобиля. А нам и это не надо, потому что... Чего это? Ой-ой-ой. Сугерлови. Потратим бензин, потратим всю эту ерунду, и получится, что вот, да. Так, бред мне нужен, бред, просто бред. 16, и normal price 15. Куплю, потому что хлеба нет, соответственно, маленький у нас с тобой рейтинг у магазина, из-за этого мало посетителей, или там, не знаю, что там, может еще на что-то влияет это все. То есть... Нам нужно с тобой брать количеством. Опять же, я повторюсь, количеством, а не вот этим вот... А не вот этим глупым... Не этой глупой выгодой, типа... Вот мы сейчас проиграем $1, зато у нас... Ой, точнее наоборот, вот у нас... Мы не проиграем $1, и у нас все не будет убыли. А наоборот, убыль-то будет, убыль-то она из-за чего у нас происходит с тобой? Из-за того, что мы ничего не продаем. А продавать нечего. Даже мы доллары экономим. Экономим доллары. Так, $55 у нас с тобой. Что? Что? А, это звук. От этой, от... Ой, блядь. Здоровье. Нормально. Еда плюс-минус. Вода плюс-минус. Ссать срать не хочу. Вообще все хорошо. Шоп-рейтинг. 2%. Мамочки родные. Шоп-рейтинг декрис, 3 шоп-рейтинг... Офигеть! 3 шоп-рейтинга, complaints, loses, типа за то, что... Три этих хреновины, короче, теряется... 3% получается, теряется от того, что ты... Не купил товар, который они хотели, вы чего? Шоп-рейтинг инкрик. То есть у меня трое покупают, потом один говорит, что он чего-то не хватил, я в ноль выхожу. Это что значит вообще? Это
не круто. Пеппер чипс, пеппер чипс, черри, ой, и сугар. Ну поедем, купим. До Джаббера я не доеду, ой, не добегу уж, извините, но... Я стараюсь экономить здесь, но это плохо получается. $72, мне должно хватить на все, что мне требуется купить. Но это не точно. Серии по VR, кстати, по VR, по поводу VR. Я буду их записывать, наверное. Пока еще даже не знаю. Я очень хочу записать VR, но пока еще не представляю, как это можно сделать. В плане того, что у меня микрофона нет петлички. С вот этим микрофоном у меня не получится по-человечески записать. Он очень далеко стоять должен, и чтобы я его не убил нахрен. А если он должен далеко стоять, значит, я должен орать очень громко. А если я буду очень громко орать, то у меня надолго не хватит. Соответственно. И тем более, как я вот там вот крепить его буду, я вообще не представляю. А записывать на внутренний, как мы поняли, уже не, ну, не очень круто. Вот, на внутренний микрофон шлема. И, соответственно, что-то, короче, непонятно вообще, как это работает. High price. Ну да, здесь high price, но, знаешь, нам прайс твой вообще не упирается. Мы с тобой должны в первую очередь заботиться о том, чтобы у нас был огромный ассортимент. Соп. Соп. Мыло. Пеппер чипс купил. Черри джус не куплю. Сугар бред купил. Кеннет корн. Кеннет корн и сугар. Кеннет корн. Кеннет корн. Вот он. Блять, все тоже дорогое. Да что же вы такие эти-то жадные? А где сугар? А сугар должен быть вот где-то тутово. И тут дорогой. Ни хрена вы тут по деньгам вообще что не ориентируетесь. Это ж не... ужас. О, вот это отлично. Так, это купил. А получается у меня сугар, кеннет корн, пеппер чипс есть. Что надо там еще было? Паста, мать моя женщина. И мыло, паста, и мыло, паста, и мыло. Паста это длинное что-то. Нет, это не та паста. Мне нужна вот, типа, которую варить нужно. Варить, которую паста нужна. А где она у нас находится здесь с тобой? Где она здесь находится? Вот она, может быть. Хрен она нет. Не она. Спонжик. Спонжики мне тоже не нужны. Так, может быть... Может быть... Хей, Ройл, диата, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Блин, да ты что такое делаешь-то? Так, сейчас мы с тобой... Угу. Шампунь. Соп. Вот он. И еще мне нужен, соответственно, паста. Паста вот, наверное, где-то вот тут должна лежать. Иначе я даже не могу представить, где она может быть. Давай попробуем. Соусе, это все соусы. Это тоже не круто все, это мне не нужно. Рис. Так, это все тоже не то. Так, пара-па-па, пам-пам-пам. Это все не паста, явно. Так, это что у нас с тобой? Сэндкейк, вот, куки. Оп. Но это не паста, это спагетти. А паста это что такое тогда вообще? А паста тогда что это? Что вы такое делаете-то? Паста. Паста, может быть, рядышком должна где-то стоять-то? Вот она, да, ты смотри-ка. Это не паста, блядь, это mac and cheese. Это разные немножко вещи. Паста как раз, это больше к вот этому подходит. Ну, конечно, это спагетти, но, блядь, вот это точно не паста. Паста это готовое блюдо, а mac and cheese тоже готовить придется. Хотя паста это вообще что? Да в сраку, мы даже с тобой разгадывать сейчас не будем, что такое паста. Паста карбонара есть. Мы с тобой в это ресторан открыли. Вообще-то мы знаем, что такое паста и как она выглядит. Ну, там типа бекончик должен быть, сырок. Ой-ой-ой. Вот. И, соответственно, это вот не паста. То, что мы с тобой купили. Тут только сырок. Это макароны с сыром называется. Ну, нос вообще не дышит. Ты не представляешь, как тяжело, блин. Еще и говоришь при этом. Вот говоришь, а я чувствую, как у меня слова в затылок ударяются. Они типа через нос быстро пройти не могут, а я говорю в затылок. Блять, так некомфортно, ужас вообще. Так, пеппер чипс мы с тобой... Да, ладно, все. А, че я, пошел. Так, денежки ползут пока. Ползут.
Так. Так, это майонезы вообще. Так, да здесь тоже вообще не особо много этого так. А это для жарки, для варки, для парки. Так, ну давай, ладно, вот сюда. Да, блядь, ну вообще не круто. Хлеб вообще никто не покупает, странно. Так, мыло. Ты смотри, сейчас рейтинг попрет наверх. Сколько рейтинга? Сколько рейтинга? Сколько рейтинга? Сколько рейтинга? 3%. Ого. А был 2. Прет прям вообще. Ух. Расставим, пожалуй. Блять. Остановись, пожалуйста. Расставим чипсики. Чипсики это всегда хорошо. Блин, пошли продажи. Смотри, они подряд прям идут и идут. Кеннет Корн. Это у нас сладкая кукуруза, я так понимаю. Ну, типа того. А куда ее можно поставить? Это собачьи и кошачьи корма. Мы туда ее не будем ставить. Вот сюда давай положим. А-а-а. Надо было вот так вот сделать. Ты, короче, сейчас пока смотришь, напиши лучше комментарий, какая у тебя погода там в городе, какая там у тебя это самое настроение сегодня, что нового произошло, как жизнь вообще, как дела. Ну, естественно, если ты лайк не поставил еще до сих пор, это очень странно, то обязательно поставь, потому что не дело вообще. И обязательно подпишись, потому что меня смотрит столько... У меня половина людей, которые меня смотрят, и смотрят не в первый раз, хочу заметить, они не подписаны. Я не понимаю, а зачем ты меня тогда смотришь, если ты не подписан? Подпишись ты, будь всем приятно, блядь. У меня будет мотивация, у тебя будет все то же самое. Но мне это будет гораздо приятнее, если ты подпишешься. А то какая-то односторонняя игра получается, очень грустная. Так, мы с тобой. Топ рейтинг смотрим. Блядь, тут... Ох, какая досада. Ты смотри, опять нулевой рейтинг. Это вообще несерьезно. Мы сейчас пробуем. Положить сколько денег мне нужно? 150 и 70, 220. Правильно, правильно, 150 и 70. Не туда пошел, не туда, не туда, не туда. Шоп апгрейд. 150 и 70, $225 мне нужно. По идее, все, что у меня сейчас... Так, сколько время? 15.00. Все, что у меня сейчас есть, я должен взять и потратить. Знаешь на что? На самый на красивые эти вывески. Ну, я предполагаю, что это вывески. Я с английским не особо сильно прям дружу, как ты понял. Но думаю, что это вывески. $218, это очень грустно. Так, 23 есть уже. 225 надо, 102. А в банк. На карту. Математика-то, да, это лучшее, что у меня есть. Все, так, и... Как тебе выйти-то? Вот. $16... Воу! Нифига себе, ты прыгаешь. Это молодец. Что у тебя на спине такое? Странный ты какой-то мужичок. Это мой продавец, кстати. Кстати, это мой продавец, смотри. Вон он такой же стоит. Да? 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 Нет, мой в розовой рубашке. Мой вот этот. Вот он, мой продавец пошел. Так, ну давай с тобой заделаем шоп-апгрейд. Красота? А что изменилось? Что-то я, походу, не особо понимаю, что изменилось, но, блядь, я это купил. А зачем? Никто не знает. А почему? Тоже никто не знает. А может, оно не работает, пока я ничего не сделаю? Да нет. Так, автоопенинг за 250, оно мне пока не надо. По идее... Мы сейчас с тобой, знаешь, что делать должны? Мы сейчас с тобой ничего не должны делать, мы просто должны подождать, пока это все дело продастся, пока у нас магазин закроется. Бля, что я сейчас вообще, на что я деньги-то потратил, я не пойму. Я отдал $225 за то, что ничего не поменялось.
Вообще ничего не изменилось. Это вообще кошмар. Просто деньги отдал и все. Может, сзади что прилепили? Да нет. Ни спереди, ни сзади ничего не прилеплено. Ой-ой-ой, а что это там такое-то? Кресты какие-то. А, это такие окна. Мужик вот этот тоже опять что-то хочет. Он, скорее всего, денег опять хочет. Ну, не то, что скорее всего, он денег хочет от меня, чтобы я ему их выписал. И чтобы я такой сказал ему: на тебе $100, и когда-нибудь ты мне поможешь. Ну нет, дружок, извини, пожалуйста, у меня денег вообще сейчас нет. Поедем за овощами. Съездим, купим на базаре овощей. Ой, потому что у нас есть сейчас такая с тобой возможность. А еще у нас есть с тобой примерно 10 минут. Ну, плюс-минус там, если не брать в расчет то, что я повырезаю еще. Где-то 10 минут у нас с тобой есть. Где-то 10 минут у нас с тобой имеется на то, чтобы попробовать заработать все деньги этого мира, блядь, всей этой игры. Так, а что у нас такое? Кроссовки, туалет папер, видеокарта, мать моя. Женщина, GTO 050, гаминг 5G. Ого. Это что-то прям ни хрена себе, какое мощное, скорее всего, шоколад и кукис. Диксоп и Тисуис, и вообще водичка тут. Вот она, good price, ну естественно, good price-то. Так, давай вот эту купим, естественно, вот вот угар купим. Вот эту купим. Вообще все купим, блять, потому что мы можем. Так, а вот это что у нас тут? Денег не хватает, ёшкин кот. Так, я вообще овощей хотел. Так, это банана, банана. Угу, а это кабачки. Только это какие-то странные кабачки-то. Кабачи. Так, ладно. Давай подождем, пока у нас с тобой накопится хоть чуть-чуть. Вообще я хочу какой-нибудь овощ купить. Ну, типа вот хотя бы вот этот за 17. А у меня денег не хватает. И как быть, как быть? Мужики! Что, обсуждаете какое-то очень грандиозное дело, наверное, да? Ладно, не буду мешать. Пусти меня, пожалуйста. Блять, застрял в них, представляешь? Так, там мужик куда-то собрался наверх. $17, ура! Кабачков куплю. Все, купил кабачков. Ну, это, конечно, не кабачки, я прекрасно понимаю. Но, блять, написано же кабачки, значит, кабачки. Это что? Пан-консоль. Понял. Это смешная консоль. Канистра спайса. Хуя себе. А, понял, это не спайс, это специи. Они все здесь о чем-то разговаривают. Опа, давай мы тебя на превьюшку залепим. Мне кажется, у нас уже был, конечно, но... Но мне кажется, что вот такого вот и у нас еще не было. Да бляха, муж, ну... О, вот так, огонь. Не знаю, на какой минуте я потом потеряю опять эти превьюшки, буду делать из чего было. Я постоянно вот делаю скрины какие-то. Точнее, не делаю скрины, я говорю, что вот это вот будет на превьюшке, а скрин-то в этот момент не делаю. Я скрины-то делаю, когда уже записал, и потом, когда уже делал превьюшку, я такой: ага, из чего же я хотел сделать превьюшку? И начинается вот это вот метание по мукам, чтобы найти вот тот момент, где я сказал это. И это очень тяжело иногда бывает. Я примерно помню, какой момент это, но, блядь, таких моментов, вот, например, тот же самый Джабер, я к нему там 5 раз... Тихо, стоять. Я к нему там 5 раз за игру съездил, а и все 5 раз надо посмотреть, потому что я ж не помню, когда именно-то я это сказал. Я помню, что это было когда-то, когда я к Джаберу ездил. А когда, блядь, это было? На какой минуте? Никто не знает. Так, это мы с тобой вот так делаем. Это мы с тобой вот так делаем. А это мы с тобой... Вот так. Оп, 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 оп. Хрена себе, была целая эта коробка, целый ящик был, а осталось только 5 штучек. Грустно-то как? Так. Вот эти по дешману куплены были. Вообще круто, блядь. Настолько дешевые были печеньки, что они должны столько денег приносить. Опа.
Ты можешь сейчас видеть примерно, как выглядит бизнес в принципе, в целом. Ты берешь и находишь место, где подешевле, и идешь продавать там где-то подороже. Вот и все. Вот тебе весь бизнес. Как бы ни хрена сложного, но нужно просто что-то сделать. То есть нужно просто действия какие-то производить, потому что если ты их не будешь производить, никто за тебя не будет продавать, соответственно. Тут уже начинается вопрос с наймом. То есть, когда тебе надоедает что-либо делать, ты такой, ага, надо нанять себе сотрудника, чтобы он этим всем занимался, а не я. И, короче, нанимаешь себе сотрудника, и он этим занимается. Вот и вся история. Ой-ой-ой, не то сделал. Вот, так что так вот. Да почему? Блин, вот куда я должен это положить? Вот сюда, естественно. Так, берем газировочку. Оп, 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 оп. Газировочку мы ставим, естественно, вот сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Нет, подожди, а где мне газировка вся ставить? А вот она. Угу. 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 128 долларов мы с тобой заработали, блин, в чистом остатке. Хотя, в принципе-то я много достаточно заработал, учитывая тот факт, что я еще купил вот этой ерунды. Какой-то ерунды, непонятно. Я не знаю пока еще, что я купил. Может быть, она появится, когда я перезайду... Перезагружу день. То есть, вот в момент, когда я... Как его называют-то? Посплю? Да... Сядь, пожалуйста-то. Когда я посплю... Проснусь, открою магазин, и она там будет, какая-то ерунда. Я просто не знаю, ну на что я потратил 225 долларов. 225 долларов, клиника. Так и живем. Терсти, терсти, блядь, пить хочет, прикинь. Прикинь, пить хочет, пойдем из-под кран похлебаешь. Спим. Собственно говоря, мы сейчас с тобой откроем магазин. Подождем чего-нибудь. Может быть, что-то произойдет. И на этом можно закончить. Потихонечку, помаленечку будет называться серия, потому что, ну, ни хрена себе, мы ничего с тобой не делаем. Эта игра такая, она вообще для стримов, мне кажется, больше, чем для записи. Потому что здесь нет сюжета, здесь просто ты, типа, играешь и играешь. И... Ну, или по часу записывать. Ну, а нахрена мне час записывать, если можно не записывать час? Вот так вот. Ух, нихуя, двери открываются. А зачем? Подожди. А зачем мне их открывать-то? Для чего, блядь? Ну, серьезно, а для чего мне двери открывать нужно? Подожди, а пятая дверь, это что, у меня багажник откроется? Вау. Электропривод, можно сказать. Так, короче, ничего не поменялось. 148. А было 128. Нет, разве? Короче, пока ничего не понятно. Можно доход-расход посмотреть? Но не, так. Даже билсы. Что в билсах написано? Тоже ничего нет. Менеджмент, дил. Деливери, такси, вихикл, шоп, менеджмент, АПП. Нам это тоже не нужно. В принципе. Так. Эй, выпей, пожалуйста. Я не знаю, что можно еще сделать. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, что я купил и что изменилось вообще. То есть, мне просто очень интересно. А сейчас мы будем копить в данный момент, после вот этого вот, в следующей серии мы будем с тобой копить на обучение сотрудника. Вот эту пятихатку. Тут даже копить особо не придется, просто полсерии поиграем, потом обучим сотрудника, будут быстрее все ходить, будет быстрее работать сотрудник, вообще все будет круто. Я что сделал-то? Добавить лайтер дисплей. Добавить магазинный дисплей. А где вот он? Что добавилось-то? Вот он ёпта мать! Понял, что это такое. Вот она какая хрень-то называется. А вот это другой дисплей. Ёшкин кот. Это вот это я купил? А зачем?
Я купил зажигалки, круто, вот это да. Ну и ну. Так, ладно. Всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарий, потому что без комментариев вообще очень скучно и грустно. Напиши, как у тебя дела, какая погода в городе и вообще все здорово, чтобы у тебя было. Всего самого хорошего, встретимся с тобой в следующей серии и обязательно в других играх. И всем пока.